Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем начинать нашу новую рубрику, где мы будем угадывать постройки друг друга. Да-да-да, ребята, это наша новая рубрика, поэтому если вы хотите продолжение, то ставьте большущий палец вверх, поддержите нашу новую рубрику. Да, поэтому, ребята, давайте мы дружно все наберем 15 тысяч лайков и у меня на видосе, и у Жеки на видосе, на двух видосах. Как только мы это сделаем, сразу выйдет следующая серия. Надеемся, то, что вам эта рубрика понравится. И погнали! В общем, ребята, сейчас мы немного объясним вам правила, чтобы вы все понимали. Каждый из нас подготовил по 45 вариантов различных построек. Как мы это сделали, просто написали на листочках, что мы будем строить. И случайным способом мы будем вытаскивать эти листочки и строить, да, и строить. Да-да-да, и, ребята, мы сейчас сразу вытащим по два листочка, точнее, один из листочков Эдисона и один из моих листочков. И Эдисон у нас будет... строить, что написано на этих листочках, а я должен буду угадать. А, да, то я первый, ты уже так определил, да? Ну давай на камень ручки бумага, давай на камень. Ну давай, 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 в чате, давай, да? Давай, раз, два, три. Ах ты, сволочь! Всё, в общем, ребята. Эдисон, я первый. Давай, чтобы было почестнее, ты мне сам будешь говорить, куда мне тыкать. Ну, то есть на твоей я сам тыкну. Ребята, это моя сторона. А это Жекина сторона. Давай, Жек, ты будешь тыкать вот сюда. Я хочу, чтобы ты сюда тыкнул, сюда. Хорошо, я тыкну. Я тыкнул уже на твою. И что ага. Тебе выпало? Скажи, что ты будешь строить? Что ты будешь строить? Я даже не знаю, что первый строить, слишком сложно. Жека, мне тыкать или нет? Нет, давай потом, когда вначале я построю, потом... Блин, Эдисон, ты это чё? Чё там? Подожди. Ребят, а сколько у нас времени, Жека, будет каждому? Давай по 40 секунд, давай. То есть у Жеки будет 40 секунд, чтобы построить то, что у него есть на листочке, и я потом буду быстрее. Угадывать. Можно быстрее. Да, так. То есть я пока строю, ты да. Уже можешь угадать. Да. Кто будет, будешь засекать, ты? Ну давай, я засеку. Не, давай лучше ты засечешь, потому что ты будешь меня буду строить. А, вот, я буду. Да, и еще, ребят, смотрите, мы еще выявим победителя в конце всего этого. За правильно угаданную постройку дается 3 очка. А за, ну, если я угадали, короче, ну кто строил, и 1 очко. Да, давай. Короче, если сейчас я не угадаю, то я получу 1 очко. Давай. Раз. Давай. Два. Три! Давай, Жека, давай, строй! Так, строй! Ну, у меня, короче, очень простая постройка, ничего говорить не буду, давай ты сам угадывай. Хорошо. Ракета! А, голем! Ну. 10 секунд, это рекорд! Это рекорд! Это слишком легкая постройка. Книга Гиннесса, то есть у меня сейчас, вот смотри, я угадал, у меня сколько сейчас очков? У тебя сейчас 3 очка. Не, давай у меня 2, а у тебя 1, потому что я угадал. Чья это постройка была? Это была твоя. А, ну хорошо, то есть у меня 2, у тебя 1. Давай, дальше, давай. Да. Давай. Раз. Да, два. И три. Давай, Жека, давай. Хорошо. Я пытаюсь, я не знаю, как это строить, но я постараюсь. Так. Я не знаю, что. Я пока не знаю, что это такое. Так, подожди. Жека, у тебя 25 секунд. Ты какие-то свои мысли. Рот, чей-то лицо. Вот это... Как указать-то на то, что нужно? Короче... Язык! Да, все правильно! Да. Охренеть! Ну прикольно! То есть у меня 4 сейчас очка, у тебя 2, да? Да, блин, я старался. Ну хорошо. Ну что же? Ну что, ты готов уже строить, ты готов? Подожди, да, я готов, я 2 выбираю, да? 2, вот допустим. Да, вначале ты у меня выбираешь, да? Ага, только мне не говори. И как я должен это... Так, давай. Хорошо, прикольно. Так, я хочу вот отсюда. Ну, хорошо, уйди. Блин, слушай, мне нравится эта рубрика, мне реально она нравится. Так, в общем, Эдисон, тебе не важно, что ты будешь строить первое, мне как бы вообще пофигу. Вот, поэтому я уже беру таймер, ты готов? Как? Три, два, один, поехали, время пошло, Эдисон, 40 секунд у тебя есть, чтобы построить. Ага, ты построишь какой-то соло-план, а только ничего не говори, чтобы было поинтереснее. Хорошо. Так, это похоже на какой-то флаг, нет, не на флаг. Да, на флаг. Ну, типа там... Это YouTube! Да, YouTube! Отлично, то есть, короче, у меня уже 4 очка, а у тебя 5. Не, у тебя 3... А, да, у тебя 4, у меня 5, да. Так, хорошо, молодец, Эниса, ты справился прям очень даже быстро, молодец, за где-то 15 молодец. Секунд. Удаляю. Давай, это все очищу. Жека, я тебе скажу, это была моя постройка, а сейчас я должен построить твою. Как?
как? Это моя, это твоя была постройка? Это моя была постройка. У меня тоже такая просто есть. Да? Ладно. Как да. я, подожди, вот просто, как я должен вот это? Давай, все, Алиса, без лишних слов, 3, 2, 1. Да я не знаю, как это строить, как? О, строй, давай, давай. А я могу тебе какие-то подсказки давать? Ну, небольшие, небольшие можешь, да. Давай, давай. Все, да, я просто не знаю, как это. Все вот это можно найти вот тут, тут, где мы играем, Жека. В Майнкрафте! Да! Я просто не знал, как я должен это объяснить в Майнкрафте. Я не знаю, ты бы построил что-нибудь из Майнкрафта, какой-нибудь блок, например, я бы понял, например. Это же моя, как бы, идея, моя постройка. Ой, Жека, сложно. Ладно, короче, пока что у нас все просто идет великолепно. Еще раз на 6-6. 6-6, вроде никто еще не лоханулся, поэтому давай, Жека, сейчас ты. Ребята, не знаю, как вам, мне прям нравится вот эта рубрика, поэтому ставьте лайки. Давай, короче, будем без подсказок, потом дальше играть, потому что реально счет у нас пока равный. Так, короче, Эдисон, я выбираю вначале из твоей. Давай. Ой, я уже боюсь. Давай. Так. Угу. Посерединке, вот тут. Хорошо, давай я тыкаю. Эдисон, я готов. Ну давай, сейчас. Засекай время. Раз, два и три! Давай! Так. Стакан воды. Бутылка. Нет, сейчас ты поймешь, ты засек на время. Да. Стакан, бутылка. Время, чтобы построить то, что я хочу. Сок, коктейль. Как это? Лава, чё? Я не знаю. Я не знаю, тут сливается. То, что стакан, да, ты прав. А чё в нём? Я не знаю. Сок, пена, сливки, кофе, чай. Давай, перебирай, ну. Я не знаю, Жек, 3 секунды, я не знаю. Стакан. Ладно, я... Чё это было? Стакан это чем? Это пиво. А-а-а, твою мать! Ну я же построил вроде похоже, нет? Да. Я старался, Эдисон, тут никаких... Ну, хорошо, я ничего не говорю, похоже. А подожди, а вот когда никто не угадывает, то что? Ну, это у нас все такой же счет, 6-6. Хорошо, давай. Давай следующую. Давай, раз, два... Подожди. Давай, три! Давай, Жек, давай! Так, хорошо. Эдисон, я постараюсь это сделать, но я не знаю, получится у меня или нет. Так. Ну, твоя постройка, поэтому я думаю, ты угадаешь. Жека, я не знаю, что это. Эдисон, я сам не знаю, что я строю. Сейчас, я подожди. Крокодил, животное какое-то, я не знаю. Так, ну ты еще вот здесь тоже посмотри. Мышка. Да, мышка. Хорошо. То есть у меня 8-7, да? Да, сейчас все 8-7. Блин, это сложно. Офигеть, 8-7, хорошо, 8-7. Да, блин, следующий раунд. О, давай, Жека, давай. Я уже беру таймер, как бы, да? Ты там пока тыкай. А подожди, я хочу, чтобы ты тыкнул... Чё у тебя за вообще за задание? У меня там просто машинка. Иди, блин, как я должен это строить? Эдисон, я старался креативничать, давай. В смысле, я сам как бы пострадаю от этого, то есть я же не получу 3 очка. Хорошо. Офигеть! Он мне, конечно, такое построил. Давай, Эдисон. Подожди. Ну. 2, 1, поехали! Время пошло! Так, Жека, это твоя постройка, поэтому ты должен угадать. Ну, я пока не понимаю. Так, это у нас что это? Это лицо какое-то? Да. Это лицо, это рожица. Я кажется, это Джокер? Да! Ты по лицу, да, понял? Просто я по улыбке сразу понял, да. А что такого? В чем сложность постройки? Зеленые волосы, улыбка большая. Ну, окей, давай, сейчас. Засекаешь? Давай, да, твоя. 3, 2, 1. Давай, поехали. Давай. Так, что это? Это все очень просто. Очень просто. Это не пол, ну, хорошо, все пойму. Давай, ты не делай подсказки. Так, хорошо. А, это самолет. Да, все. Так, это было легко. Сколько? Получается. 10-11? Да, 10-11. Ах ты за как? А как ты вообще не понимаешь? Потому что вот ты один раз не угадал, я тогда скроил. То есть на одну очку. Ну чисти. Вот это все, чисти. Да я чищу. Давай, сейчас ты.
Клацай, клацай. Эдисон, это получается последний раунд у нас, да? Да, последний раунд. Ну давай, Эдисон, я готов уже. Выбирай, куда мне тыкать. Ну тут как бы сам тыкает, моя, да? А, да, да, точно. Хорошо, это просто, а дальше? Сюда, 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 сюда. Так. Эдисон, давай переделаем, я случайно просто сказал, что я взял. Давай еще раз. Давай. Давай. А, ну говори, куда тыкать. Ну тыкай, вот сюда тыкай, вот сюда. Снова сюда тыкать? Да. Ладно, хорошо. Эдисон, тебе будет сложно. Да почему ты такие сложные постройки сделал? Тебе будет очень сложно. Офигеть. Ну. Ну хорошо, мне начинать, да? Угу. Давай, готов засекать? Давай. Скакнуть. Давай. Давай, раз, два, три! Давай, давай! Если ты не угадаешь, я не виноват. Я старался. Человек какой-то, да? Ну, что-то похожее. Шрек! А? Шрек! Нет. Зеленый, зомби! Нет. Но он зеленый, да? Он зеленый. Он лягушка, зеленый, да, он зеленый. Не знаю. Давай, Эдисон, давай! Чё это? Ну как бы я понимаю, что это какое-то существо, ну что это? Ну давай, думай, думай! Эдисон, давай, ты справишься, но это можно угадать, давай! Йода, джедай, я не знаю, Звёздные войны! Нет, Эдисон, это не Звёздные войны! Жаба какая-то! Ну всё, время вышло, чё это? Это орк! Охренеть просто! Жек, мне кажется, нам в следующей серии надо будет немного правила изменить, потому что это нечестно. Ну типа что, ну как бы, ты больше должен стараться строить, чем я угадывать. А чё, ну я стараюсь! Ну как бы, какой орк, чёрт, чё? Я бы мог, конечно, зубы какие-то построить пожёстче, мне нужно было больше тогда голову строить, я бы не успел. Прикольно, орк! Похоже на орка, зелёный чувак с дубинкой. Ты просто зомби взял через кастом НПС, одел боевого одежду или что-то такое, я не знаю уже, как это сложно. Тем более в кастом НПС орк есть. Ну блин, это я не подумал, ладно, хорошо. Ну, раз мы уже так уже сделали правила, давай тогда оставим. В следующей серии мы что-то поменяем, потому что так нечестно. Хорошо, согласен. Давай, мне следующую постройку, да, нужно строить? Ну, это твоя постройка, тут легко. Давай. Раз, ща, два... Три! Давай! Река! А что так блюхнуть? 12-12. Ну ладно, хорошо. Слишком просто. У меня есть слишком простые постройки. Вот прикольно, вот как раз, когда они посложнее. Ну мы пора придумаем, я говорю. Мы придумаем, просто главное, чтобы правила поменять. Да, это, ребята, это первая серия, поэтому не судите строго. Просто, понимаете, ты можешь наоборот не стараться что-то построить, чтобы я наоборот не угадал, и тебе больше очков придет. Что-то мы вот это не придумали. Ну да, кстати, это мы не продумаем, но продумаем обязательно. Мы продумаем так, в следующей серии, да. Так. А счет какой получается, подожди. 12-12. Да, 12-12. Угу. Ну все, так. Последний раунд, Эдисон. Давай. Охренеть просто! Куда мне ты? Да уже знал, что сейчас... Охренеть! Хорошо, давай. Я хочу, чтобы ты тыкнул вот сюда. Хорошо. Так, это сложненько. Ну, вот это просто будет. Вот это моя будет простенькая. Ну, я стараюсь строить, как бы я ничего не могу сказать. Так, сейчас подожди, я таймер открываю. Эдисон, ты готов? Я готова. Давай. Давай. Раз, два, три. Поехали! Давай. Так. Это Супермен? Скайп? Нет. Скайп! Хорошо. Сколько? 13-14. А это был твоя тема или моя? Это моя была. Сейчас твоя! Вот смотри, кто сейчас смотрит, что я сейчас должен строить? Как? Ну хорошо. Давай, 3, 2, 1, поехали! Да, Жека, что за тема конченая? Ну давай! Я застроил, когда писал эти темы, я знал, как я буду достроить, если что. Так, ну уже прошло 15 секунд, это какая-то... Я не знаю, нет! Это... Сейчас главное построю. Подожди. Это типа голова сейчас у него будет, да? Ага. И вот над головой сейчас... Ну не над... Корона, ним... Не... А, бог! Да! Ай, да просто на пред... Нет, сейчас на 36 секунд я угадал. Я прям правда не знаю, вот это бог! Я просто король построю, как ты...
Да, я не знаю, если бога, то я думал, такой типа Зевса построили, знаешь, там чувака с бородой синенький. Не знаю. Это за 40 секунд нереально. Ну почему? Возможно, в принципе. Ну да, согласен, у меня тоже чересчур иногда бывает сложно. Вот 14-16? Да, если нас проиграл, как бы лохопут. Лохопут, как бы у нас правила кончены, то что чем хреновее тем строишь, тем больше очков ты получаешь. Ты там проигравший всегда оправдывается. Ну, да. Это нормально. Следующий раз я, знаешь, просто буду ставить какую-то хрень. Вот смотри, просто в чем суть. Я ставлю какую-то хрень, ты не угадываешь. Не идут очки. Потом ты стараешься строишь, я угадываю, не идут очки. Ну то есть. Согласен, правила странные, мы поменяем их. Мы поменяем, да, но, ребята, мы поменяем в следующей серии, когда она будет, решайте вы. Хоть послезавтра, допустим, или завтра, ставьте лайки, 15 тысяч лайков прямо сейчас на двух видосах, сразу выходит следующая серия. Вот. Да, если вы 15 тысяч лайков не наберете, то как бы новой рубрики больше не будет, ничего придумывать. Поэтому все зависит только от вас. Лайкусики, пишите в комментарии, понравилась вам новая рубрика или нет. И с вами, ребята, мы будем прощаться. Большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, давай.